Всем привет, друзья! С вами Хаксида Слава, и сегодня мы рассмотрим гениальную накрутку от создателей этого лаунчера под моим роликом, которому они подарили целых 850 дизлайков из таких стран, как Молдова, Индонезия, Вьетнам, Таиланд, Киргизия и Польша, Азербайджан, и также замечательный и, конечно же, крайне мистический неизвестный регион. Спасибо огромной аналитике Ютуба за то, что показала мне эти замечательные страны, ну а также создателям Т-лаунчера за дополнительные 2000 просмотров из этих стран, которые они, судя по всему, подарили мне вместе с дизлайками. Мне было крайне приятно, ровно так же, как, собственно, и увидеть один из донатиков, которым они сами поддержали меня на 30 рублей и подарили мне один божественный дошик. Спасибо Т-лаунчеру, и, кстати, в этом донатике они мне написали: «Слай, насчет лаунчера ты врешь, пруфов нет и значит доказательств никаких. Да-да, удаляй ролик, иначе дизов будет больше 10 тысяч». И, собственно, ребята, я лично думаю, что, собственно, сразу выкладывать абсолютно все карты на стол было бы неправильно. У меня есть пруфы, я их уже скидывал 100 тысяч раз у себя в личке ВКонтакте, и причем даже под роликом написал, типа, пишите в ВК, я вам скину переписки, поскольку, ну, кому нужны скрины переписок, серьезно? То есть, я мог бы весь ролик, на самом деле, заполнить переписками тех людей, которых, собственно, кинули, у которых украли данные, но как вы представляете доказательства кражи данных, серьезно? Типа, я... Что покажу? Я туда ввожу, типа, аккаунт, и он меняет пароль? Ну, опять-таки придрутся к тому, что, мол, я мог сам сменить пароль с другого компьютера. Так что, в общем, я не знаю, как это, собственно, можно доказать, как минимум по аккаунтам. А все остальные переписки с администраторами серверов, которым угрожал Т-лаунчер, собственно, конечно же, с радостью предоставлю. Плюс бонусом совсем скоро, ребята, будут дополнительные ролики вместе с пруфами и разбором каждой из тем отдельно вместе с доказательствами, которые, конечно же, будет сложно опровергнуть. Ну, а также хотелось бы отметить, что в своем же донатике они сами же себя и убеждает в том, что они правы, и пишут себе: да-да, что наверняка все-таки правый человек делать никогда не будет. Но вы хотя бы раз, указывая на какую-нибудь правду, скажем говоря, 2×2=4, вы хотя бы раз себя после этого убеждали в этом? То есть, такие, типа, 2×2=4. Да-да. И главное, сами себя же убеждаете в том, что 2×2=4. Так что спасибо Т-лаунчеру за дошек, спасибо вам за просмотр данного ролика. Я надеюсь, что вы не будете вестись на фейковые дизлайки и поможете мне с распространением ролика, который они хотят затопить этими дизами. И что самое интересное, самыми дешевыми дизами, которые еще и с просмотрами бонусом идут. И что, кстати, очень знаменательно, ребята, так то, что дизлайки подарили именно мне, поскольку я, судя по всему, слишком хорошо постарался над роликом и сделал там крайне много монтажа, собственно. Показал Т-лаунчер немного с другой стороны, поскольку всем моим коллегам, а в особенности Андрею Ербаеву, который снял разоблачение разоблачений и потом сам же слился после этого, когда, собственно, понял, что он совершенно не прав. Так вот, никому из них больше дизы не крутили, так что поздравляю вас, ребята, мы достигли большего, мы получили дизлайки, 2000 бонусных просмотров и идем, собственно, дальше, сливаем все шарашкины конторы и спасаем Майнкрафт от столь опасной корпорации под названием Т-лаунчер Инкорпорейтед. Спасибо за просмотр, всем хорошего настроения, ставьте лайки, поддерживайте мой канал и посмотрите основное разоблачение, если еще его, конечно же, не видели. Ну а на этом все, всем удачи и всем пока, до скорых встреч!